Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня мы будем вместе с вами строить... Ну, я бы не сказал, что это дорога, это, скорее всего, такая площадка для, ну, можно сказать, для красивого хранения ваших автомобилей, коллекции, да, либо для красивого, наверное, больше даже фотографирования ваших моделей. В общем, строить буду большую площадку под модели 1.24, но она может подойти под любые, в принципе, модели. У меня есть уже две дороги, вы видели, я на них активно снимаю, фотографирую. Видосы об этом есть на канале, как я их делал. Ну, а сегодня вот именно большие, для больших моделей. Немножко другие технологии будут использованы. На одной площадке я буду использовать вот такой вот пеноплекс. Кстати, был недавно вопрос, зачем я его использую. Ну, ребят, это очень... Вот он даже здесь лежит. Это здесь должен быть, по идее, макет железной дороги. Но пока нету. В общем, удобно даже посадить дерево, сделать какие-то, не знаю, ямы там, углубления, отрезать, что нужно. Мне очень нравится с ним работать, с данным материалом. Ну, соответственно, он идет просто как подложка, а основания там уже я использую немножечко другие. Саму дорогу я буду делать, ну, основание, асфальт буду делать из наждачной бумаги. В общем-то, ну и все. В принципе, приятного просмотра. Кусочки буду вставлять, что да как делал. Ну что ж, ребята, вот под таким прессом у меня все лежало. Сейчас я уберу. Лежало, кстати... Даже не сутки, а, наверное, суток двое. О, сейчас достану, посмотрю. Ну, в целом так неплохо, но вот здесь вот, здесь, видите, не очень. Посмотрим, покрашу, когда, как будет после покраски уже выглядеть это дело. В общем, не знаю, не знаю. Есть вообще большие такие листы продаются, можно было, конечно, найти где-нибудь. Но их редко где найдешь. Ну, не знаю. В общем, надо смотреть, что получится после покраски. Есть у меня, в общем-то, вот такой вот грунт в баллончике серого цвета. А есть еще вот такая красочка, тоже грунтовка. В принципе, я и тем красил постоянно. Ну, попробую сначала сделать из баллончика, посмотрю. Результат не понравится, докрашу краской. В общем, что сказать, из баллона это совсем не то. Вот, смотрите, как цвет отличается. Вот это вот, вот этой грунтовкой покрашено. Это из баллончика. Поэтому не тратьте свое время. У меня просто был он, как бы я думал, что им проще будет. Но оказалось, нифига. И вот это, кстати, тут, блин, получше сделано. Но все равно. Не знаю. И проклеено так. Более качественно я проклеил. Короче, это что-то результат мне не очень нравится. Отрывать, что ли, не знаю, переделывать. Ну, ладненько, буду думать. Не, из баллончика получается ерундово, если честно. Неравномерно получается прокрас. Поэтому надо будет покупать валик или где-то найти его и сейчас и покрасить уже вот этой грунтовочкой серой. Короче, пока ту еще не переделал, решил еще сделать новую. Взял немножко другую наждачную бумагу. Более зерно, больше P60. Так вот зерно выглядит. И здесь решил сделать вот так вот. В общем, будет оно идти. И оставлю краешки, короче. Сделаю обочину. Ну, типа зелень, травку. Может быть, чуть побольше. Кстати, надо, наверное, с одной стороны оставить. С одной поменьше, с другой побольше. Ну, чтобы что-то поставить, даже машину какую-то на обочину. Будет поинтересней. В общем, ребят, смотрите, какая ситуация. За счет того, что это краска, тут как бы и кисточкой наносилась, но не очень вот выглядит. Видите, как такие размазы какие-то получаются. В общем, ну, это дело, конечно, не в утиль еще, но не очень сделано. Все-таки вот из баллончика, видите, пористость лучше. Что я буду делать? Либо валиком проходить, попробую, либо куплю серую краску, темную матовую, попробую ей сделать. Если не получится, то знаете, как сделаю? Вот эту часть вот так вот отделю и здесь сделаю, ну, наверное, типа, ну, типа обочины, землю насыплю, будет так.
Короче, пока как-то так. Ну что, давайте посмотрим, что со вторым полотном у меня получилось. Опа. Ты да еще вот такая вот петрушка. Чуть-чуть ушел здесь листок, но в целом, в принципе, мне нравится. Короче, я решил все-таки красить из баллона. Вот такой вот краской взял. Алкидная была глянцевая. У меня как-то взял алкидная. Она, видите, как будто бы матовая, чуть-чуть темно-серая. Посмотрим, что получится из темно-серой. Ну что, в общем, я покрасил. Все-таки темноватый цвет на самом деле. Мне кажется, вот этот вот получше серенький смотрится, нежели как бы вот этот из баллона взял я. Все-таки темновато. Напишите свое мнение в комментариях, что думаете по этому поводу. Все полоски, видите, видно сразу. Не знаю, стыки. И, короче, подумал я, зачем, думаю, мне такая громадная площадка нужна. В общем, буду одну часть срезать, на одной сделаю обочину, а другая будет начинаться как бы так вот асфальтом. Эту я покрасил все-таки краской вот этой. Сейчас скажу, какой. Уже показывал грунтовочкой. Ну, короче, смотрите, важный момент еще. Даже после того, как вы красите баллончиком, могут оставаться такие, как бы, ну, куски краски, да, где больше нанесли, где меньше. В общем, потом я прохожу вот это все дело валиком. Тогда эффект получается более лучший. Никаких лишних моментов с краской у вас не будет. Короче, сколько я уже делаю это, да, дорогу, это площадки, блин. В общем, сделал вывод я, самое главное здесь. Лучший вариант это валик использовать. Можно вот такой меховой, это я использую. Ну, типа а-ля мех. Можно, конечно, поролоновый. И вот этот вот грунт. Все-таки это будет, мне кажется, более оптимальный вариант, нежели краска из баллончика. Потому что все-таки краску из баллончика также надо проходить валиком, чтобы не было подтеков, ничего у вас. Поэтому вот это самый простой такой вариант. И цвет нормальный получается. По поводу песка тоже очень все просто. Обычный песок. И я с помощью вот такого ситечка, также клеем ПВА, промазываем поверхность. И с помощью вот этого ситечка посыпаю, соответственно, песком. Ну, песок он у нас потом может окраситься, будет как земля. Можно, в принципе, использовать и землю. Вот она есть, и земля у меня в ведерочке. В общем-то, все подручные материалы, так сказать, которые можно легко найти на улице. По поводу высаживания травы, ребят. Трава сажается очень легко. Наносим клей ПВА, соответственно. Вот во флокатор насыпается трава. Трава продается, ну, во многих магазинах даже. В интернет-магазинах можно купить. В мешочках у меня она разная абсолютно. Засыпаем. И с помощью флокатора, в общем-то, сажаем. Есть также у меня вот кустики такие различные. В общем, всякой мелочевки такой достаточно. В общем, получилось вот так. Видите? Красотень. Ну, вот здесь еще клей не высох. Это сутки прошло, видать, много сюда ливануло. Надо ждать, пока, короче, высохнет. Потом уже какие-то места, где... Ну, залысина, еще что-нибудь не получится. Надо будет доделывать. В общем, пока так. Ну что, ребят, вот такой вот панно у меня получилось. В целом неплохо. Сейчас попробую задекорировать вот эти швы. Посмотрю, какие у меня пигменты есть. Я думаю, бетон, может быть, подойдет. И вот здесь вот нарисую белую полосу. В общем, отделил здесь бумажным скотчем. И буду это дело проходить... гуашь. И можно белым маркером, но у меня есть гуашь. Думаю, сделаю гуашью. Где-то 5, наверное, миллиметриков оставил. Ну, полсантиметра здесь. С этой стороны-то забыл сделать, чтобы ровненькая полосочка была. Ну и вот, смотрите, это первая площадка. Это основание здесь использовано гипсокартон. В общем, просто обычная серая площадочка такая большая. Ну, здесь поставил модель МАЗа. И в целом, вот видите, как это все дело смотрится. Довольно-таки, ну, прикольно, я не знаю. Напишите свое мнение в комментариях. Особенно вот если выходить на улицу, я думаю, вообще это топчик будет. Прям
тут есть у меня так пейзаж, но на улице будет совсем по-другому. Ну и вот еще одна площадочка. Вы ее могли видеть с видео с КАМАЗами. Это на пеноплексе сделано. Здесь три листа как раз таки лежат на наждачной бумаге. Да, есть вот эти полоски. Но в целом, когда снимаешь, например, с какого-то либо ракурса, не особо они бросаются в глаза. Я их еще постепенно попробую все-таки прокрасить, может быть. И они закрасятся, будет как бы, мне кажется, нормально смотреться. Полоски из гуаши здесь нанес. В общем, ну вот такая вот получается, соответственно, трасса. Размер прям большой. Именно вот под 18 масштаб выйти на улицу, прям пофоткать, мне кажется, здорово будет. В принципе, получилось очень широко, даже можно разлиновать дорогу. Тогда вот эти, кстати, полоски не так будут бросаться в глаза, если сделать разлиновку такую. Ну, как бы это будет такой обман зрения. В общем-то, вот, смотрите, прям две модели могут спокойненько вот так вот находиться вместе. Это все модели в 18 масштабе. Вы можете, в принципе, делать любую площадку, которая вам нравится по размеру. Ну, та, которая для вас удобна. Мне вот конкретно захотелось сделать именно большую такую, чтобы комфортно можно было фотографировать и снимать модели. В общем-то, все. Вот такой вот видос. Если какие-то вопросы, пишите комментарии. Можете заходить в мой телеграм-канал. Я там тоже отвечаю. В общем, все. С вас лайкос. С меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.